Александр Владимирович, но мы видим, что подрядчик уже зашел. Сегодня вы здесь. Вы весь процесс будете лично контролировать? Ну, конечно, потому что это мне близко, это мне родное. Подрядчик у нас Ачинское ДСУ. С ним заключили контракт. Все, приступил к работам по... Сейчас производят работы по лизированию асфальтобетонного покрытия. Вот, ну, они участками будут делать. Сперва этот участок сделают, затем пойдут дальше. Вот. В принципе, вопросов нету. Техника, как вы видите, вся работает. Непосредственно весь гранулят, который мы его сразу направляем. Ну, то есть без промежуточного складирования сразу отправляем на частный сектор. Александр Владимирович, а вот многострадальный вот этот проезд между Назаровским городским судом и Зарей, его он сделают? Он у нас в 2 миллионах сидит. В 200 миллионов этот проезд есть, он от гостиницы «Заря» от улица Арбузова. Я не помню, 198 метров до магазина, как он там, забыл какой магазин. Ну понятно, да, того проезда. И, Александр Владимирович, знаем, что с сегодняшнего дня Толстихин Дмитрий Александрович в отпуске, а столько контрактов. Вот у вас есть какое-то беспокойство по этому поводу, кто будет осуществлять контроль? Ну, он не на большой срок ушел в отпуск, потому что у него, ну, человек учится, у него сессия или сегодня, или завтра, то есть он уехал за пределы города, заканчивает, получает второе высшее образование, поэтому как не пойти человеку навстречу, будет дипломированный человек, поэтому пока нет, я думаю, что справимся. Вы будете лично, да, что-то контролировать? Ну, конечно, конечно. Все понятно. И, Александр Владимирович, не могу не спросить, вот все-таки с 200 миллионами с этими, что, на каком этапе? Вот то есть в министерстве подписано сейчас согласование в правовом управлении администрации края. То есть, ну, как не могу сказать, что со дня, но в ближайшее время, как только будет постановление подписано, все, мы приступаем. То есть конкурсная документация уже готова, нам останется только выставить торги, ну, на торги и объявить аукцион.